твое сердце свободно. Не бойся за ним следовать. Сначала научись пользоваться этим. Тогда я научу тебя пользоваться этим. Англичане нам не позволяют иметь оружие. И мы тренируемся с камнями. Сила настоящего воина не в руках, а здесь? Нет. Вот она. Хэмиш? Угу. Ответ на твой вопрос — да. Будешь сражаться со мной, сможешь убивать англичан. Отлично! Меня зовут Стивен. Я самый разыскиваемый человек на моем острове. Правда, я сейчас не на своем острове. И это жалко. Твой остров? Ты об Ирландии? Да, она моя. Ты ненормальный. Ага. Я пришел куда надо. И через много лет, умирая в своих постелях, вы будете готовы отдать все эти годы за возможность вернуться. Вернуться сюда и сказать врагам, что они могут отнять у нас наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу! Свобода! Шотландия! Свобода! Все люди предают. Все малодушны. Я хочу верить! Хочу просто верить, как он. Теперь я знаю, на чьей я стороне. Я не хочу быть мучеником. Я тоже. Хочу жить. Иметь дом, детей и мир. Неужели? Правда. Я об этом прошу Бога. Но без свободы все это ни к чему. Это просто мечта. Мечта? Конечно. А что тогда мы делаем все это время? Заставляем ее сбыться. Вы умрете, это будет ужасно. Умирают все. Но не все действительно живут. Проси пощады. Проси. Скажи это. Преступник хочет сказать нам что-то.
1314 году от Рождества Христова патриоты Шотландии, находясь в меньшинстве и изнывая от голода, сражались в битве при Баннокберне. Они сражались как воины и поэты. Они сражались как шотландцы и завоевали свою свободу.